Перевооружились не только технически, но и творчески. В единственном в мире театре, в репертуаре которого постановки на гранамарийском языке, практически все готово к началу нового театрального сезона. Стартует он 24 октября с премьеры спектакля «Совик», поставленного на средства федерального гранта, выделяемого театром страны, работающим в малых городах. Впрочем, большая часть средств гранта была потрачена на техническое перевооружение. В эти дни в ДК имени Ишпая в Козмодемьянске продолжаются работы по монтажу нового светотехнического оборудования. Кроме того, на деньги, выделенные по федеральной программе, было закуплено оборудование для синхронного перевода с гранамарийского языка на русский, а также техника для студии звукозаписи. Из федерального центра гранамарийскому драматическому театру было выделено более 5 миллионов рублей. Еще 1 миллион творческому коллективу выделил республиканский бюджет. Безусловно, это имеет огромное значение для нас. Мы впервые такое, получили такие субсидии из российского бюджета. Вот. И то, что вот обновление, идет ремонт здания ДК имени Якова Ишпая, а вот добавление вот этих технических средств и позволяет еще больше привлечь зрителя сюда, еще больше условий будут для постановки спектаклей, концертных программ. И можем показать свое помещение для приезжих артистов, что из себя представляет в новом виде наш ДК Ишпая, наш театр. Добавлю, что с сентября прошлого года идут ремонтные работы и в самом ДК. Объекту культуры обновили фасад, сейчас работы идут в самом здании. По планам реконструкции подлежит зрительный зал, где в том числе будут заменены кресла. Финансирование осуществляется из бюджетов всех уровней. Thank you.